Выборы, которые состоятся осенью, будут проходить в течение нескольких дней – 17, 18 и 19 сентября. Как отметил сегодня председатель областного избиркома, все будет организовано строго по регламенту и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В Тюменской области исключено придомовое голосование по почте и через госуслуги. Видеофиксация будет на каждом избирательном участке, а также жесткий контроль за бюллетенями, независимо от того, использовали их в голосовании или нет. Все это будет под непрерывным видеонаблюдением, все это будет в опечатанных металлических ящиках, сейфах, все это будет надписано наблюдателями и под их строгим и строгим контролем. Ну и, конечно, сохранятся современные избирательные стандарты. Кроме видеонаблюдения, это проект «Мобильный избиратель». Это использование интерактивного рабочего блокнота нашими коллегами в участковых избирательных комиссиях. Это применение QR-кода, когда ускоренное введение данных в систему ГАЗ-выборы.